Здорово всем. В общем-то, хотел пару первых взглядов сделать, но Steam сейчас настолько тупит, что он даже игру закачать не может. Я думал, у меня интернет тупит. Оказывается, фиг там. Steam, мягко сказать, со скоростью дохлой. Короче, он даже 4 гига загрузить не может. Нормально. Пишет мне, что она будет грузиться 4 гига, у меня 7 дней. Ну, вообще веселуха. Ну, как раз, может, пройдут за это время Dragon Age. Не смешно. Так, ладно, у нас здесь... О, да, здесь я по жопе получал много раз. Это я помню. Так, давай-ка будем их постепенно избивать. Ребята, конечно, не против, но... Иммунитет, какая прелесть. Не, мне нужны огненные заклинания. А то сейчас удраться вместе мне будет кошмар. Что здесь еще? Количество золота от уровня зависит, которое выпадает. И все-таки уровень их был равен моему. Что-то интересно стало. А, вот. Как раз мы выполняем задание. Ну ладно, немного подкачаемся как раз заодно. Так, у нас тут есть горящий домик. Так, вражин больше не вижу. Хотя вижу. Блять, не надо бегать, а? Все закончилось. А, нет, вот он. Что-то я не понял. Ну да, теперь поступок где? Раньше падало там 97 золота. Сейчас в натуре, что ли, от уровня зависит? Но я вот не вижу, какой уровень у врагов. Да, скорее всего, чем выше уровень врагов, тем больше денег падает. Это было бы немного логично, ну ладно. Так, давай-ка в этот горящий домик зайдем. Как настоящая русская женщина. И в горящую избу войдет. Да. Варик. Отворяй. Четыре из 22. Да, блин, я к осколку хочу пробраться. Ух.
Ну-ну. Вот ё-моё. Так. Гномье рукоделие. На алмазных залах, расположились хранители. Столь древнее оставнуло его общество, что сами гномы и гноми не знают, где и когда она зародилась. Они ведут исторические хроники для народа, который, не зная ни солнца, ни времен года, отмерял время лишь жизнью и смертью королей. Но они не просто историки, они мастера, ибо живая история гномов не пишется, куется. Хроники гномов – это руны, искусно изготовленные из лириума. Они содержат мысли тех хранителей, что делали их. Изготовлением рун занимаются не только хранители. Руны для обиходного применения делаются из лириума и других реагирующих на магию металлов. Многие члены касты кузнецов эти руны при нанесении на то или иной предмет могут наделить ее удивительными новыми свойствами, породнить их с тервенистскими рунами. Но руны гномов встречаются повсюду, в том числе в художественных работах, и не всегда служат практической цели, по крайней мере такой, которая была бы очевидна. Их вырезают на домах и лавках, вышивают на одежде, выгравируют на стекле и даже рисуют на цветочных горшках. Значение самих символов – священное знание, оберегаемое хранителями. Это не письменность языка современных гномов, как полагают многие наземные жители, а скорее наследие утерянного языка, существовавшего до того, Ра-Мара, до гномьего королевства и даже до тех 10 тысячелетий истории, что описано в хрониках. Хранителям известно значение нескольких десятков гномьих рун. Для хранения этих знаний, конечно, используются те же хроники. Для многих рун существует не только перевод, сколько догадки о смысле. Руны, которые украшают доспехи долговременной постройки, могут иметь значение силы или выдержка. Время от времени легион мертвых находит потерянных гейтах новые руны и приносят хранителям, а те ревностно пытаются разгадать их применение и происхождение. Что это за символы, ранний вариант гномьего письменного языка, язык ушедший из употребления и вытесненный современными королевскими наречиями? Можно было гадать, ибо хроники не дают ответа на этот вопрос. Брат Дженнити, поисках знания, путешествие церковного ученого. Ну, довольно любопытно, я тебе скажу. Там что, кусок льда? Ну, так только трое их было. Так, кого-то убили уже. Где наш боец невидимого фронта, который решил откопытиться? Кассандра, ты меня удивляешь.
А, видишь, невосприимчивость, невосприимчивость. И вот пытаешься вчетвером одного завалить. Ему кто-то варит. Я понял, надо отходить, короче. Надо отойти. Так, отошли, теперь пошли обратно. I confess, Solas, I am surprised you decided to remain. Why? The breach remains a threat to us all. Just the same. I wondered if you might leave now that we have a plan to seal it. Ah, because I am an apostle. I might flee before the Inquisition throws me in chains. I take my commitment seriously. Come what may, I shall see this through. As you wish. Though I cannot guarantee what will happen in the days to come. Ну, баг такой в игре. Что вы хотите? Так, дай-ка я посмотрю. Может, у нас там в инвентаре надо кому-нибудь что-нибудь подобновить. Ох ты, елы-палы, у меня поясов-то сколько. Так, накопление сосредоточенности. Сила воли. Поезд только у нас один. А сосредоточенность тогда нам лучше дать вот этой вот подруге. По поводу колец. Так, кольцо молнии, а здесь у нас кольцо молнии. Течи бомбы, обалденно у меня кольцо.
Я не могу понять, способность неистовства или что? Понятно. Так кольцо, как оно называется, кто-то на бонусы дает, я так понял, да? Так, Солос. Так кольцо отдай. Понятно. Я просто думаю, что-то много колец попадается. Есть ли у них какая-то разница? Есть. О, руны, что ли? Только про руны читал. Руны здесь нема. У меня кончились все зелья. Ну, для полного счастья. Два рядом? А, нет. Попробуем сходить туду или нет. По идее, должен справиться. Теории, правда, блин. Тут и звук. Ничего, с него сейчас упадет. Полученный амулет магии. Оу, магии, говоришь, улучшенный амулет. Так, амулет силы воли, 10 сила воли. А у меня вообще какие основные параметры? Ну ладно. Да и тебе магия, амулет дадим. Бежать я уж не буду тебя тогда, Солос. Ну, 8 ксарей накопили. Ни записки, ничего. Жесть. Скука.
Ну ладно. Не сильно. Эти не сильные. Можно закрывать. Как я и угадывал, значит, здесь еще более-менее по мой уровень враги идут. С замедлением опыта могу предположить, что у меня получится все миссии пройти именно уровень в уровень. Осталось две найти. Так, хорошо. Вроде я врагов там не вижу. Что нормально. Половину собрали. Мне получается здесь что ли надо будет тоже поставить отметочку свою.
Да нифига тут народу было. А ведь я еще хотел поставить мод на противников X3. Это было бы, мягко сказать, жестко. Ладно, с меня Mass Effect в этом плане хватит. Там есть тоже мод такой. Так, лагерь храмовников. Братья, прислушайте гласу создателя. Не спасавшего нам шанс уничтожить этих магов, подняв восстание, они сами лишили себя права на жизнь. Они не люди, и любые приказы, которые говорится о прекращении этой справедливой и праведной войны, лживы. Это испытание, посланное им, чтобы различали... О, понятно все. Проповедуем «не убей», давайте убьем всех, кто хочет соглашаться с нашей религией. Класс. Ай, да. Канарийский боевой топол. Не люблю разделение доспехов по классам. Кунари, человек, воин. Так, вообще, куда мне тут дальше чесать-то? О, мне надо обратно вон туда. А то что-то я увлекся. Короче, началось в колхозе утро. Пора сматываться, потому что сейчас их не эта неуязвимость к одному, к третьему, к седьмому у меня заеб по полной. Ой, у меня вообще зелья кончились. Японская блоха. Is it true that the entire dwarven economy relies upon lyrium? Mostly. We've got the Nog market cornered as well. And the dwarves of Orzammar have never studied lyrium? They have. Yeah, где лут-то с них?
Why? It is the source of all magic, save that which mages bring themselves. Dwarves alone have the ability to mine it safely. Вообще жесть. I wondered if they had sought to learn more. The folks back in Orzammar don't care much about anything but tradition. Как меня обломали-то хорошо, да? По поводу лута. Фиг тебе, а не лут. Поехали. Ну а тебе что надо? Да, бьет он хорошо. Постой на месте, дядь. Сейчас я по-маленькому сбегаю. Я завалил тех, кого не смог первый раз. Прикольно? Прикольно. Кстати, много колец попадается довольно-таки. Так, здесь мы все почистили уже. Тоже такое себе. Добраться надо до туда. Мы не доберемся просто тупо. У нас все зелья кончились, отстой, да? Не, фигово. Ладно, народ, на этом, пожалуй, серию закончу. Сейчас тут, видишь, тяжело дальше проходить. Надо обратно в лагерь тэпаться. И туда-сюда вот так вот горцевать.